вышли из галереи Альбертино. Да здесь вообще просто можно с ума сойти от этой красоты вокруг. Зданий, памятников. Вот это сама галерея, где мы смотрели Мунка, Пикассо и всяких Моне и Дега. Нифига не поняли, почему картина Мунка $120 миллионов. Самая дорогая в мире, вообще трэш, просто, ну, крик. Естественно, потом Энди Уорхол все это 500 раз скопировал. Очень интересная штука, конечно. И вот зашли, мы увидели Энди Уорхола, он, оказывается, на этом Мунке был помешан. Везде его портреты вместе с Мадонной. Причем их целая куча. Да, Ева, ну, дочь, вот она была, в общем, скрипачкой, вероятно, любовницей Мунка. И вот Энди Уорхол, я везде, вот везде ее пытался запечатлеть со своим портретом. Очень красивая, конечно, картина. Вот оригинал Мунка, Евы, а вот картина уже Энди Уорхола. Но на картине Энди Уорхола, конечно, он ее красивее нарисовал. Там целая, в общем, серия вот этих вот картин. Вот здесь и копии Крика Эдварда Мунка он тоже наделал. Что-что? Если бы Крик только в исполнении. Да, много Крика.